Ашан, город Екатеринбург, меня зовут Ирина, и всем привет. Недавно мы были в метро Cash & Carry, там тоже были банки, показывала. Но я даже не думала, что в Ашане их будет миллион раз больше. В общем, уже можно приобрести банку 0,45 литра за 19 рублей. Это супер цена. Кто делает закаточки, обратите внимание. Ну, закатки, закрутки, как еще назвать. 2 литра 54 рубля и банка 0,95 литра 40 рублей. Вот они все родимые, стоят тут чистенькие. Не надо их отшкрябывать от старых бумажек. Хотя нет, от бумажек надо здесь ценники со штрих-кодами везде налеплены. Ашан родной и все туда. Так реклама звучит. 2 литра 60, банка 5 литров 170 рублей. Выставлены здесь кастрюли, бидончики. Слушайте, бидон. Так и называется, бидон 3,5 литра, 900 рублей. Я уже думала, я в жизни их не подержу в руках. Кого отправляла мама за сметаной, за кефиром или за молоком с бидоном? Мои дети даже уже не узнают, что такое бидон, и не поймут, зачем это. У нас, кстати, тоже такой же был вот в моем доме в детстве, именно желтый цвет. Сейчас я его поставлю. Да, именно желтого цвета, только ручка была, по-моему, деревянная. В общем, все это можно приобрести в Ашане. Красота. 900 рублей без 1 рубля. Миски такого же цвета по 460, по 320 рублей. Это на 2 литра, это на 5 литров. Кружка эмалированная 180-360. Наверху кружки по литру за 470 рублей. Далее кастрюли, чайники. Это тоже что ли? Эмалированные, да. 1000 рублей вот такой с носиком даже. Ничего себе, тут еще ОТК указан. Ой-ой-ой, кружки по 460, по 560. Что они такие дорогие-то, кстати? Вот они, продаются миска по 600. Миска такая по 750. Вот они. Кастрюля 12,5 литра, цвет капучино, 1430 рублей. Кэшбэк по карте именно на эти модели. Цены можно рассмотреть. Проорали эту рекламу, господи. Кружка 1 литр рябина 400 рублей. Вот такой вариант. А чайник 2 литра 860. 3,5 кастрюли 750. Кастрюля алюминиевая 560. Кастрюля это на 6 литров. На 3 литра 480. С 16 по 29 июня мякоть лопатки «Свинир» 1 килограмм всего за 229 рублей. Покупайте с удовольствием. Емкость универсальная, 3 литра, полиэтилен, это ПЭТ, 170 рублей с крышкой. На сколько литров? Еще на 10 литров, 300 рублей со съемной ручкой. Контейнеры Green Republic по 159 рублей за 1,6. Тут почти вся серия Green Republic представлена. Крышки закручивающие. Не используют одноразовую... это все поняла. Беру с собой контейнеры, в общем, чтобы сберечь природу. Салатник 220 рублей с крышкой. Кстати, я думала, тут открывается еще, чтобы выпускать воздух или что там. 359,99 салатник. Что-то крышку я не вижу. И 259,5 с крышкой. Такие меньше или больше. В общем, разные тут размеры. Вся эта серия. Цены можно рассмотреть. Вроде стараюсь не крутить-вертеть. Емкости есть даже маленькие по 200 граммов. Они по 50 рублей. 1 литр 250. Маленькие, кстати, маленькие наверху только.
Далее уже другая серия. Нет, не другая, просто эти были зеленые, да, только немножко как бы цвет другой. Лопатки по 60 рублей. Ну, не знаю, занозы можно засадить. Бамбуковая серия, тут все из бамбука. По 60, по 80, по 90 лопатки. Бамбук-разделочная доска 460, это 270. Клевенькая такая, размер самый ходовой, 27 на 16. Натуральный материал. Эти уже большие, это 389, тут уже 32 на 22. Хотя, знаете, не тяжелая, не увесистая, нормально. 38 на 18, 580, вот это уже можно немножечко прибить. Так, ну это не бамбук ведь, это просто деревянный вариант. Да, просто доска. Без фирмы по 80 рублей. Просто био-нейтрально. Сейчас распродажа, скидки. Емкость для сыпучих продуктов 150 с крышкой. 1 литр. 200 рублей 1,5 литра. Контейнеры по 180 мл, но тут стекло 70 рублей с крышкой. Внизу салатники по 70, по 100, да даже миски больше. 150 с крышкой вариант. Ножи. Цены есть, внешний вид тоже. Это как летаешь, что ли? Нет, не летой вариант, да. Емкости. Тут фирма «Пчелка». Ну нет, на самом деле нет, но можно подобрать все под одно, и тут везде будет пчела. Без названий, емкости для сыпучего, емкости для свечей, для холодильника, емкости с крышкой, емкости без крышки. Вот такие по 240. Они идут далее, меньше литров по 231,6. Пожалуйста, 220 и 170. Опять-таки ножи здесь уже можно чуть подешевле взять, нож кухонный. Кстати, это та же серия, давайте посмотрим вообще. Kitchen knife, ну вообще просто ножик для кухни, все. Москва, там производитель. Мультидом трейдинг, котельники. Сделано в России. Вся информация. Такой вариант 110 и 100, получается, он практически 200, более толстый. Внизу можно за 120 взять. Такие надо чаще менять, конечно. Сосиски. По 3 штуки вот тут вот, 220 рублей. Тут все идет по 3 штуки. По-домашнему 300 грамм, цена 99, без упаковок. Приятных вам покупок. 170 рублей, приятных вам покупок. 130 рублей, 110, нет, 107, 107 рублей, тоже 3, тут уже 5 штук на 1 литр с крышкой. Ну, так как такие вот с собой брать что-то на природу, допустим, на шашлыки, оно не сильно таки многоразового использования, так скажем. Среднего использования 5 штук, 500 мл, 84 рубля, и здесь крышки уже входят в комплект. 146 рублей контейнер, тоже 5 штук, тоже с крышкой.
106, 5 штук, 280. Такой стенд интересный, к тому, что такой и не многоразовый, не одноразовый, среднеразовый, такие цены более-менее приятные, так как здесь почти 100 опт идет. Ну все, заканчиваем перчатки. Салфетки вискозные 200 рублей. Пакеты, пленки пищевые, все здесь. Хотя, опять-таки, если сравнивать магазины, в Галамарте сейчас интереснее на вот эти пакеты цены дает. То, что там количество, ну, не маленькое. Как-то в конце они после всего еще и специи поместили. Ну да ладно, как раз таки для засолки, лавровый лист для солений. 30, 40, 50 рублей в среднем. Со спокойной душой можно попрощаться. До новых встреч и пока-пока!